детские куклы. Подпишись на канал. Поставь лайк под этим видео. Ты молодец. Это была папа Типа. По-моему, это Петя Купер. Болтать, дружочек? Я сколько буду на этом кресле лежать? Я что, пришел лежать к тебе тут на кресле? Пока ты по телефону поговоришь? Ну вы чё? Вы чё? Кричите! Приляжьте, пожалуйста, на место! Видите, у меня тут важный звонок! На место приляжьте! Это что мы тут ремонтировать-то будем? Как что, вы пришли к зубному врачу? Ребята, привет! Кто из вас боится зубного доктора? Приходите ко мне, дружочки, я вас полечу. Так, и что у нас тут есть? Хотите, я вам расскажу? Не надо надо мной опыты проводить. Лечите меня, доктор! И вообще, где ваш белый халат? Вот мой белый халат, вот он. О, прекрасно, теперь вы хоть на доктора похожи. Давайте, лечите меня. Я немножечко боюсь я. Ну что вы боитесь? Не бойтесь, сейчас мы вам дырку просверлим, а потом пломбу положим. Как дырку? Мне не надо дырку делать. Я хочу красивые зубы. Хорошо, давайте мы вам посмотрим. Так, ну, ребята, давайте будем изучать, что здесь есть у меня. Вот смотрите, вот это я ставлю сюда, и вы видите полностью этого дядю внутри. Вы что, на мне фильмы снимаете? Какого дядю? Зачем вы на мне вообще фильмы снимаете? Лечите меня, пожалуйста, наконец-то. Так, вот так мы вам свет приблизим. Водичку можем включить. Вы водичку, вон, можете зубы почистить. Я чистил зубы дома уже, спасибо. Хорошо, ну тогда я присаживаюсь. Ребята, вы знаете, что это такое? Так, ну вот это вот мы зубы все просмотрим и увидим. Вот видите, светим ваше ухо, а видим ваши зубы. Какие у вас прекрасные зубки. Хорошо, так, мы вам можем сделать выше. Ой, я ударился об лампочку. Какой выше? Сделайте мне ниже, то мне печет, как на солнышке. Хорошо, сделаем. Да что ж такое? Ой, а как ниже-то сесть? Ой, я тут теперь боюсь. Так, мы вас положим. А как же вас теперь опустить? Ой-ой-ой, как же вас теперь... А, вот сюда. Прекрасно. Все замечательно. Что у нас тут еще есть? Вот у нас тут часики есть. И давайте сделаем укол. Нет, не надо укол, я боюсь уколов с детства. Можно просто так посмотреть меня и все, и я пойду дальше. Ну ладно, а вот эта вот штучка, она сверлит. Давайте, открывайте рот. Вот так. Так, что-то как-то далековато мне. Нельзя как-то подтянуть. Так, а вот эта вот щетка, давайте мы почистим ваши зубы. Открывайте рот, мы их почистим. Вы знаете, дети, как надо чистить зубы, чтобы не ходить ко мне, к стоматологу? А вот теперь водичкой польем, поставим. Возьмите салфеточку, возьмите в ручку и будете вытирать тогда салфеточкой, когда вам надо. А давайте мы посмотрим, какие тут у нас есть челюсти. Какая вам, дедушка, челюсть нужна? Да я не дедушка, я дядя. А давайте мне вот эту челюсть попробуем. Вот, красивый я какой. Ой-ой-ой-ой-ой, она же искусственная, мамочки. А давайте вот эту челюсть попробуем. Ой, я так на вампира похож. Ой-ой-ой. Верните мне мою челюсть. А давайте эту попробуем. Вот так, как на зверя какого-то. А это? А это совсем...
совсем беззубый какой-то. О, вот вампир, а вы говорите... Точно, вы так на вампира похожи. А я тебе, пожалуй, сделаю красивые вот эти зубки. Я такой милый, прям прекрасный доктор Айболит. Так, что они падают, эти челюсти? Верните мне мои челюсти, пожалуйста. Не хочу с ними тут ходить. А давайте вот вам вот такие поставим, красненькие. Зачем мне красненькие? Не хочу красненькие, хочу свои вот эти вот, верните мне. Ой, наконец-то. Это мои вроде бы. А вот это зеленые какие-то. Ой-ой-ой, нет, зеленые не хочу, хочу вот эти. Все, мы посмотрели все челюсти. И теперь... Опять он болтает по телефону. Да что за доктор такой? Полечил меня, посмотрите. Хватит болтать. Положите телефон. Так, посмотрите, мои челюсти прекрасно выглядят. Я вас поздравляю, я вылечил вас и себя. Ля-ля-ля. Присаживайтесь на диванчик. Ой, слава богу, я присяду тут, посижу. Ой, какая челюсть на картинке красивая. Журнальчик почитаю. Ой, я так устал, водички пить хочу. Водички хочу попить. Фух, как я устал. Так, что это за грязь какая-то? У нас вот это на полу. А как ее убрать, а? Ребята, напишите в комментариях, как убрать нашу грязь с пола. Доктор, вы почему грязь-то не убрали? Здравствуйте, ребята, что вы сразу кричите? Вот, пожалуйста, рассчитайтесь за... За зубы рассчитайтесь. Это аптека, это не болезнь, не больница, это аптека. Вам какое лекарство надо? Для зубов, для, вот для сердца есть, держите. Вот есть для того, чтобы быть красивым, вот для того, чтобы зубы полоскать, вот для того, чтобы рот полоскать. Да не надо мне столько! А это вот, если вы, например, хотите ноги свои перемотать. Ой, не надо мне столько. А это, например, если вы попить захотели. А это еще попить. А это, знаете, так вот нос чистить. Пшик-пшик-пшик-пшик. Пшик-пшик-пшик-пшик. А еще это клизму делает, клизму. Ну, в общем, что вам нужно? Да мне вообще ничего не нужно. Я пришел зубы сделать. Заберите у меня эти все лекарства, пожалуйста, и я потихонечку пойду. Подождите, пожалуйста, вы же забыли заплатить за вашу челюсть. Заберите у меня эти бутылки, пожалуйста, они мне не нужны вообще. Я здоровый... Ой, а это как снять? Я здоровый человек. А что вот это такое? Вот это что? Вот это что? Кто знает, что это такое? Куда его прицепить? Может, мне на лоб прицепить? Нет, на лоб не цепляется. Может быть, на грудь? Нет, тоже не цепляется. Что это такое, доктор? Я, простите, тоже. Это шприц, это укол делает. А это? А это ватка. Вот вам можно на лоб прицепить ее. Нет, она не цепляется, я ее возьму, пожалуй. Вдруг у меня зубы заболят. А у нас есть прекрасное лекарство от боли в зубах. Вот возьмите. О, да, мне вот это нужно как раз. Вернитесь, пожалуйста, заплатите за ремонт ваших зубов. Я вас жду. Да, это все правильно, нужно заплатить. А вот, вы знаете, я... Очень рад, что у меня теперь есть мои зубы. Я возьму еще, пожалуй, вот эту у вас щеточку и возьмите денежку, я вам дал. Спасибо вам за денежку, а вам спасибо за зубы. Я пошел искать свою бабулю. Где моя бабулька? Вы вообще, ребята, вы видели в этой игре мою бабулю? Что у них тут так грязно? Какие-то грязные пятна везде. Что это за больница такая грязная? Так, а что здесь вообще? Тоже зубы. Здравствуйте! Проходите, пожалуйста! Ой-ой-ой, вы кто за доктор вообще? Что вы тут лечите? Мы все лечим!
нечем. Проходите, присаживайтесь на стульчик. А что здесь у вас? Ух ты, у вас тут и окулист, и бег с препятствием. Ой, я пока свои лекарства положу, щеточку положу. Вы знаете, мне так клиника ваша нравится. Надо бабульку свою сюда привезти. И на что жаловаться будем, дорогой ты наш красавчик? Я вообще-то ни на что не жалуюсь. Я просто пришел посмотреть вашу клинику. И значит, мы вас лечить будем, красавчик ты. Так, открывай наше ухо, смотрим в ухо, ухо. О, какое ухо у тебя, ухо, ухо. Так, ухо посмотрели. Открывай рот, будем рот смотреть. О, давай, давай, открывай сильнее. Вот, молодец. Ой, шарик летает, шарик. Так, градусник поставим, градусник. Градусник? Держи градусник. Да что ж он не ставится, этот градусник? Вот так, хорошо. Держи, пожалуйста, градусник, а я буду выписывать рецепт тебе писать. У тебя красное горло. Красное, прекрасное. У меня прекрасное горло, оно совсем не красное. Что вы говорите? Что вы говорите? Сейчас я еще раз одену перчатки и еще раз вас сам посмотрю. Открывайте рот, я туда налью лекарство. Открывайте рот! Вы почему рот не открываете? Почему рот не открываете? Я вам лекарство налью. Не хочу я рот открывать. Мне там зубы новые сделали. Хватит уже мне рот открывать. Так, тогда я молоточком постучу по вашим коленкам. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, ну, с коленками у вас все в порядке. Вот вам рецепт. Пожалуйста, верните градусник. А это что? Пластырь. Мы вам пластырь поставим. Зачем мне пластырь? На лоб пластырь поставим. Он что-то не ставится. А что это такое вообще? Это же пластырь. Да, давайте мы его на руку прицепим. Нет, не получается почему-то. Не знаю почему. Да куда вы пошли? Тут все раскидали мне и пошли. Простите, я взял рецепт. Я побежал на тренажеры. До свидания. Привет, друг. Привет. Слушай, ну остановись ты на 5 минут. Ой, устал я. Проверяю сердце свое, видишь? Как я бегаю, смотри, вот так, тук-тук-тук, так, пока. Фух, отдохну, присяду, йогой позанимаюсь. Да подожди, йогой не занимайся. Аум, аум, аум. Да что ж это такое? Хоть спросить у него хотел, ты тренер или кто ты? А, да, я тренер. Ты заниматься сюда пришел? Ну, я вообще-то хочу попробовать. Мне так интересно вот эту гирю потягать. О, какая тяжелая! Забери ее скорей! Забери! Ай, я побежал! Ой-ой-ой! Я побежал! Рецепт заберите! Ну, что это за люди такие? Вставай! Вот, становись на весы сначала. Ты весишь 66 килограмм. Отдай сюда этот рецепт, положи его. Ой, это прекрасно. Ой, что-то я начал разговаривать, как тут доктор. Он так картавит. Так, ты заниматься собираешься? Ты очки носил давно? Я очки не ношу, но мне в них так весело. А сколько мой рост, покажите мне. Так, покажите мне мой рост. А рост мой 159 сантиметров. Ну, нормально. Что-то я маленький какой-то. Какой-то вообще совсем маленький. Сделайте из меня большого. Ну, раз делать большого, тогда одень вот эти вот очки. О, это же очки для бабушки. Ты что,
Нет. Заберите у меня эти очки. Да, смешно ты. Ну, я уберу их у тебя. Они не подходят тебе совсем. Так, ну что, бегать будем? Бегать, я не знаю. Ну, давай попробуем. Я побежал. Так, к сердцу прицепим, чтобы знать твой пульс. Ого, у тебя очень сильный пульс. Ты посмотри, какой сильный. Ну все, останавливайся. Остановочка. Слазь. Я не могу остановиться. Я сейчас упаду. Мама, вообще, слава тебе. Господи, что ты... Успокойся, сядь, посиди, теперь йогой позанимайся. Аум, аум. Да не аум, а вот так. Присаживайся на коврик. Подвинься. Смотри, садишься на коврик. Вот так можно. Можно вот так. Можно вот так. Аум, аум. А можно... Ну как, можно вот так, а можно вот так, можно вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, надо бежать отсюда, а то я живым отсюда точно не выйду. Стоять, ты куда собрался? А можно я завтра к вам на тренировочку приду? Я подготовлюсь и приду к вам. Ой, что это за мяч-то такой? Ой-ой-ой-ой. Ну вот, смешной человек. Так, сколько я там вешу? Так, 75 килограмм. Ай-яй-яй, надо сбавлять. А сколько у меня там росточек мой? Ростик? 143, совсем маленький. Ой, слушай, можно я завтра к тебе приду? Я очень-очень хочу отдохнуть. Ну ты ж хоть позанимайся йогой. Аум, аум, аум. Я йогой занимаюсь. И вот так я умею. И вот так. И вот так. Ой! Я сам от себя этого не ожидал. Ребята, я прям настоящий супер-йог. Супер-супер-супер. Ну ладно. Мне тут нравится. Я к вам еще приду. А у вас вообще справочка была? Да я мимо проходил. Но мне у вас понравилось. Да, завтра я приду. Подожди, не уходи. Я приду. До свидания. Подождите, пожалуйста. Отдохните немножечко. Вам нужно пройти тренировку после того, как я вас послушаю. Вы меня уже послушали. До свидания. Ля-ля. Ой, какие штанцы классные. Ля-ля-ля. Ребята, вам понравилось это видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Тра-та-та, я полон энергии. Ля-ля-ля. Увидимся скоро в следующем видео. Пока! Я поехал. Джух! Ребята, если вам понравилось это видео, поставь лайк. И напиши в комментариях единичку. А если вам не понравилось видео, поставь двоечку. А если очень понравилось видео, поставь много единичек, миллион единичек напиши.